школе. А в школу ездить? В понедельник, по-моему, или сегодня. Я даже, если честно, не знаю, потому что планировалось пораньше. Движение нашей воли к тому, чтобы выразить именно вот эту квинтэссенцию глубинного содержания смысла святая Русь. Что такое Русь в переводе? Кто знает? Русь или Рос? Это голова с еврейского языка, то есть главный. Так вот, святая голова, если мы так перейдем, получится, значит, все наши мысли, чувства, все переживания, движения нашего ума должны быть освящены божественной благодатью. Дорогие друзья, позвольте вам передать благословение от Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, который желает, чтобы все участники этого фестиваля почувствовали приближение вот именно к Святой Руси, соприкасаясь и сердцем, чувствами и умом, и движением всей нашей природы к этой полноте русской святости. Народно-фольклорный этнографический ансамбль «Покров» Волгоградского государственного социально-педагогического университета, обладатель гран-при и лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в Чехии, Испании, Китае, Польше, Украине и России. Это ансамбль будущих и настоящих учителей и педагогов, казачки 21 века, руководитель, доцент кафедры вокально-хорового и хореографического образования Виктория Путиловская. Честные отцы, господа, хозяева фестиваля, великая честь нам выпала в жизни с 2000 года, с момента образования нашего коллектива, мы принимаем участие в фестивале «Святая Русь». Это своего рода творческое Божье благословение нашего коллектива с таким благодатным названием. И вот как Господь управил в этом году? Мы так долго-долго решали, когда же этому фестивалю быть, и Господь управил во Вселенскую родительскую субботу. Ну а нам, казачкам, девкам, да бабам, молитвенницам, как же не поминать наших предков, которые подарили нам великую музыкальную культуру. И сегодня во славу дедов и прадедов мы сыграем духовный казачий стих. Кто поймет, играйте вместе с нами народную молитву. Ушлы голуби, уши белые, мне голуби, мне белые, мне Yeah.
пойдем. Потому что дело хорошее делаем. Потому что детей воспитываем. Землю окормляем хорошими, добрыми делами. Новые традиции складываем. Стихи нужные читаем, пишем. Песни правильно играем. Новые традиции рождают новое время. И вот песню, которую мы сейчас вам подарим, мы очень любим, и она так соответствует сегодняшнему дню, сегодняшнему торжеству святой нашей златоглавой Руси. Золотая Русь, звони, звони! Для награждения. Дорогие мои очаровательные женщины, спасибо вам за огромное наслаждение, которое вы достали своим выступлением, за то, что такие прекрасные молодые русские женщины стоят и так прекрасно поют. Я с огромным так испытываю огромное счастье наградить вас как лауреатов нашего 21-го прославного фестиваля «Святая Русь» в номинации «Вокальное искусство». Тем более, что у нашей семьи, у моей семьи особое отношение к Вике. В свое время, 27 года назад, она, увидев мою дочь, студентку географического факультета, первая силой завела ее для прослушивания. И сейчас наша дочка поет в музыкальном театре. Спасибо тебе, Кузнецкий Патрон. Ваши аплодисменты таким девчонкам. Вот это аплодисменты! Это ваш кубок! Это наша Святая Русь!